Большой пожар на выходных произошел в центре Гродно. Горели гаражи на переулке Тимирязева. Площадь возгорания превысила 1000 квадратных метров. По словам очевидцев, огонь был виден из разных частей города. Сигнал об открытом горении гаражей поступил в дежурную часть МЧС в воскресенье в 2 часа ночи. На место происшествия отправились 10 пожарных расчетов. Однако из-за того, что сообщение о возгорании поступило слишком поздно, к моменту прибытия спасателей все здание уже было охвачено пламенем. В итоге огонь полностью уничтожил кровлю перекрытия, а также 2 автомобиля, находящихся в гаражах. Никто из людей не пострадал. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации печного отопления. Было установлено, что в непосредственном помещении использовалась печь типа буржуйки, которая работала на жидком отработанном масле, автомобильном масле. В данном помещении находились 3 молодых людей, которые и эксплуатировали эту печь. Значит, и в один из моментов произошел выброс пламени непосредственно на горючие предметы, которые находились в близости от данной буржуйки. В итоге пострадало имущество 7 арендаторов и 5 автомобилей. Сейчас лица, предположительно виновные в пожаре, дают показания. К слову, на сегодняшний день в Гродно уже произошло 90 пожаров, что почти на треть больше, чем за прошлый год.